Наконец-то вернулся туда, где ему и место. Это Люшу? О, реально, это и Ира, Ава. Это забыл как ее. Короче, это мастера. Кто смотрел историю, это мастера Кейблейда, которым была поручена задача подготовить кланы Юниона. Did you summon us back? Это ты нас вернул назад? Призвал назад? Yep. Да. Is that you, Lucio? Это ты, Люшу? Ты выглядишь иначе. Давным-давно не слышал этого имени. Опаньки! Сейчас они называют меня Зигбаром, так что выбирайте, как хотите. Это правда ты? Да. Но какое-то время назад мне пришлось изменить свой внешний вид. Чтобы быть похожим... Хоть я, может быть, чуть-чуть отличаюсь, но это все еще я внутри. Что случилось? Почему мы здесь? Скажи нам это, наконец-то. У меня была роль, назначенная мастером. И, наконец-то, спустя столько лет, она наконец-то выполнена. Что за роль? Кажется, Ава не справилась после всего этого. Что имеешь в виду? Я ей сказал прямо, что ей надо сделать. И поэтому ты решила исключить ее? А, точно, Авы там нет. Как бы не так. У Авы была своя личная задача. И она с ней отлично справилась. Я услышал достаточно. Люшу, так в чем заключалась твоя основная роль? Надеюсь, вы любите длинные истории. Ава с Люшу сражались, кстати, в мобильной игре. И она, видимо, погибла. А, точно! Что ты делаешь? Я слышал про эту новую игру. Видите знаки? Это знаки мастеров. Семь темных сущностей и... Ну, семь частей, точнее. Just watch. Просто смотри. Сора! Он жив, господи, пипец. Он в мире, которого никогда не было? Или где? А Рику что там делает? Нет, это что-то другое.
это реальный мир? Или же это мир Final Fantasy 15? А, это мир Vexen, вот этой игры, которую рекламировали. Ну, реально напоминает Final Fantasy 15. А это кто? А, это Зигбар. Ну, то есть Люшу. Воссоедините Королевство Сердец.